Мистер Заяц сегодня в гостях. Здравствуйте. Сегодня впервые в роли тренера Клиперс. Ну и как? Хорошо выиграли с конкурентов основных за третье место, за второе. Вы теперь на третьем-втором месте? Не, мы не догоняем их. Портленд тоже. Но Орландо еще раз проиграет, когда мы с ними будем играть. Мы все на это надеемся. К сожалению, жесткая игра была, слишком много грязи, технарей, но, я думаю, ребята без обид все. А как ты оценишь 16 попаданий трехочковых от Леши Думани? Леша Думани, сейчас Андрей Богданов вернется с отпуска своего короткого и забьет 20. Думаешь, после приезда из Челябинска он лучше станет? Думаю, что да. А вот Челябинск реально? Я не знаю, где он прогуливает игры. А, смотри, сейчас давай по делу. Че, как дела? Хорошо дела. Передаю привет своей фанатке. Даша, это победа для тебя. Давай, братан. Первую половину матча вы проигрывали, потом собрались. Как получилось это сделать? Ну, тренерские решения грамотные повлияли на исход игры. Мы начали играть в свой баскетбол, а не в их баскетбол. Я представляю, как ты по фейстайму с Еськиным, там же пол лица, пол кадра лицо. А, Ваня сейчас там пивом заливается, наверное. Красиво, красиво. Ладно, поздравляю. Спасибо.